Привет, друзья! Рада видеть вас на нашем канале. Сегодня мы будем готовить мягкие и ароматные кексы. А для начала нам нужно натереть морковь. Добавить желтки, грецкие орехи и немного жидкого меда. Теперь хорошенько размешаем до однородности. Потом нам понадобится блендер. А с помощью блендера морковную кашицу нужно превратить в пюре. Добавляем имбирь, корицу и хорошенько смешиваем до однородности. Добавляем овсяную муку, рисовую и немного разрыхлителя или же гашеную соду. Смешиваем все до однородности и оставляем немного отдохнуть. А тем временем в чистой посуде нам нужно взбить белки, добавив щепотку соли. Вот такое белое облачко должно получиться и у вас. А теперь постепенно вводим белки в морковную смесь и смешивая все до однородности. Готовое тесто можно переложить в кондитерский мешок. Так будет удобнее распределить по формам. Пока еще кексы в духовке, приготовим крем. Для крема я использовала творог и сливки. Цветной творог наносим на стенки кондитерского мешка. Он придаст нам красивый оттенок крема. Переложить остальной крем. Зафиксируйте хорошо края и все, можно украшать кексы. А вот такая красота у нас получилась. Как вам в разрезе? И никто не догадается, что это морковь. Готовьте с удовольствием и будьте здоровы!